сотку закинем, если даст, сразу идем. У меня рука легкая. Что там, работает? Сотку дай мне, работа. Не имеешь, я не могу. А, слушай, кормись. Кофе, кофе. Девочка, кофе. Дай еще одну сотку. Да он пустой! Он пустой! Сейчас даст по-любому. Дай сотку хорошую, поехали. Нету баба, Гурику надо звонить. Дай, да вот, дай, возьми. Гурик, братан, стопроцентная тема. Скинь по-братски на карту деньги. Он везет? Не-не, он на карту скинул, брат. Все. Фальгон даст, он прикормит. А я его сыну! Братан, да он пустой, на, кофе выпей. Он даст, я тебе говорю, все, я все, ух, блядь, кофе, блядь, давление мне не поднимает. Стойте, аппарат и ставь, один день можно выиграть. Если он сейчас не даст, я хуй, дай, сука. На счет пополни, 5, блядь. Валим, ёб твою мать. Я пошел нахуй, блядь. Закройте нахуй, копильщица, блядь. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. В общем, вот, женился я на русской. Вот, вы меня отговаривали. Все очень замечательно. Готовит не хуже, чем дагестанка. Очень вкусно, убирает постоянно. Мне очень нравится. А ну, посмотрите, какую прелесть она сделала. Жена, иди сюда. Расскажи им вообще, как ты там приготовила рецепт. Все очень просто. Смотри, картошечка, морковка, свининка, шампиньончики, лук. Вкусно, да? Тут такое дело, коронавирус и карантин. Решила не паниковать, сходила в магазин. Так, еще 3-4 ходки и в принципе достаточно. Пока сижу дома, столько всего успею, решила начать с сортировки вещей. Рассортировала на те, которые не ношу, и на те, которые ношу. Выбрасывать все равно не буду, вдруг пригодятся. Перед спортом решила подкрепиться. Покачала пресс, ну, для начала 4 минуты достаточно. Устала, решила еще раз поесть. Больше всего карантину, конечно, рады животные. Открыла курсы онлайн-английского. Через 2 часа обнаружился досматривающий 6-й сезон «Полицейского с Рублевки». Решила погулять с собаками. Мне нужен защитный костюм. Вспомнила про свое платье с выпускного. В нем ко мне тогда даже пьяный физрук не подошел, так что я в полной безопасности. Дома решила еще раз подкрепиться. Пришла подруга. Я была рада ее видеть, но попросила измерить температуру. 36,8. Сказала, что увидимся в другой раз. Попрощались. Первые 5 часов карантина прошли. Впереди еще 2 недели. Девушка, вы, конечно, извините, но я здесь купаюсь. Выйдите, пожалуйста, на свой участок. Окей. Светлана, только что это Олег Михайлович? Да вижу я, идешь в развалочку здесь. Оля, ты, конечно, молодец, я тебя всему учу, а ты там за премию чик-чирикаешься, да? В смысле, мы оплату согласовывали. Вы когда счет пришлете? Шлю. Что? Шлю, говорю, на почту тебе. Новенькая, а что у тебя с глазами? Подвела. Эх ты, они на тебя так рассчитывали. Иди смой этот ужас, а то как проститутка на работу ходишь. Новенькая, а у тебя крем от прыщей есть? Ну да, есть. А что не пользуешься? Я себя считаю симпатичной. На чем ты считаешь? На калькуляторе. Да нет, в офисе никого. Вы что злая такая? Всю ночь не спала, кот орал. Ну и что, март же. А хотела я орать всю ночь, март же. Ладно, не злитесь, вот вам антистресс. О, в виде кота. Полегчало, и правда. Спасибо, подружка, лучшая. Сходите к психологу. Здрасте, Деня. Если хочешь, чтобы в твоей жизни все наладилось, купи утюг. Если девушка говорит, что она любит постарше, познакомь ее со своим дедушкой. Если парень тебе говорит, что вам нужно отдохнуть друг от друга, запри его в другой комнате, пусть отдыхает. Если жизнь не приносит тебе никакого удовольствия, позвони ее отцу и пожалуйся. Если кашляешь, прими бронхексин берлингемии. Ой. Коронавирус! Всем приветики, это мой первый день в Дагестане. Всем привет, и это моя вторая неделя в Дагестане. Всем ассаляму алейкум, и это моя третья неделя в Дагестане. Всем салам алейкум. Это моя четвертая жена теперь, короче. Все, выключай по-братски.